Если бы великий Льюис Кэрролл в свое время побывал в Воронеже, то его Алиса попала бы не в какую-то вымышленную страну чудес, а во вполне конкретный город центральной полосы России. Тем не менее, мы патриоты, и сейчас для вас прозвучит самая патриотичная песня. Заповедная глушь, бездорожья края, много как называют наш город Воронеж. Рассказать вам о нем мы решили, друзья, так как в плане чудес ты его не догонишь. Есть у нас депутат, он надежда людей. У него новый дом, золотая посуда. При зарплате его 8000 рублей. Разве это не чудо, настоящее чудо? Когда президент в город наш приезжал, сразу все зацвело, распустилось повсюду. И вернулись грачи, несмотря на февраль. Разве это не чудо, настоящее чудо? Еще чудо одно, наш единственный день. Посмотреть на него ходят все к его дому. Даже на аватар пришло меньше людей. Вот так синий один проиграл голубому. На свидание девушку я пригласил, покупал для нее дорогущие блюда. 30 000 потратил, домой проводил, но не случилось чудо, не случилось чудо. Все ругаем мы власть, мол, зажрались они, что, мол, ездить по встречке, придумали моду. По-другому на это сейчас посмотри. Да не по встречке он едет, а навстречу народу. Мы спроси у нас, кризис пьянства, застой, бюрократия, взятки и хамство повсюду. Но при этом, при всем, мы гордимся страной. Разве это не чудо, настоящее чудо? Так давайте дожить, чтоб гордиться страной. Вот тогда будет чудо, настоящее чудо.